спасибо. Всем привет, вы на канале Шарни. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы начинаем. У нас сейчас идет 6-я миссия. Давайте начнем. У меня тут племянница, так что, может быть, ничего не слышно. Загрузка проходит. Вот. Опа. Поехали. И у нас открыт сразу новый такой паровоз. Племянница моя вообще не дает нормально обычный видос. Вы сами. Так, вместе с ним. Так, хочу посмотреть. Все на коне. Думайте. Ося! О, племянница у меня, блин. Блин. А у нас, как всегда, не получилось с первого раза это все пройти. Начать сначала нажимаем, и мы должны поехать. Надо ехать вперед.
Блин, друзья, я пройду это тоже за кадром, потому что вы видите. Приходится мне все. Ладно, я пройду это прям при вас, чтобы вы видели. Начать сначала. О, поехали. Я специально для вас сделаю рано видео, а потому что я сейчас в школу иду. Пойду. Так. Проблема наша. Начать сначала. Thank you.
что случилось? Ветер такой, что ли, сильный? Ой, ну вы видите, что происходит. Мне придется за кадром прийти. Все, друзья, мы прошли 6-ю миссию. Вот, я прошел за кадром. Теперь у нас открылась 7-я миссия. А вот дальше 8-я. И вот это все остальное. 13-я миссия. Вот. Еще закрыты. У нас открыт пока только 7-я. Вот. В этой миссии вы будете управлять пассажирским поездом. Далинка следования. Часть вашего маршрута проходит по электрифицированному участку железной дороги, поэтому вы сройдите пути. Вам будет необходимо произвести замену локомотива. Понятно. На этом мы перейдем к следующей миссии. Всем пока-пока. Вы были на канале Шарни. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.